Площадь Советов – самый центр Димитровграда, место для проведения массовых гуляний, праздников и концертов. Да и в обычные дни многие выходят сюда на прогулку. Поэтому привести в современный вид центральную площадь хотели давно. Помог федеральный грант. 106 миллионов рублей город получил благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Его участники – малые города и поселки. В начале мая подрядчики начали демонтаж старого асфальта. Полностью ведется сейчас демонтаж. Демонтаж произвели порядка 90% уже. Следующий этап у нас будет подготовка основания и бетонирование. Летом предстоит привести в порядок участок от улицы Комсомольской до улицы Хмельницкой. Строители уложат 6000 квадратных метров брусчатки, заменят доску почета. Появится фонтан, сцена, малые архитектурные формы, лавочки, качели. Работы осмотрел губернатор Алексей Русских. Сэкономленные денежные средства мы направляем как раз на дополнительное озеленение и на информационный электронный экран. В данном случае он у нас будет. Вот. И также мы традиционно проводим большие мероприятия на площади Советов. Сцены как таковой у нас нормальной не было. Будет у нас нормальная стационарная сцена. Теперь, то есть, все мероприятия можно будет проводить здесь. Срок завершения благоустройства – 20 октября. Однако подрядчики уверяют, управятся быстрее. Алексей Русских поручил ускориться и успеть сдать площадь к 1 сентября. Работы ведут по госпрограмме формирования комфортной городской среды. Анна Тищенко, Управда ТВ.